полтора года назад, в конце марта, мы были в Турции. И мы там поехали, мы были с детьми. Ой, нет, мы были с одним ребенком, с младшим. Старший тогда не поехал. И мы отдыхали в отеле. Ну, как положено в Турции, тьма животных, собаки кормящие по пляжу бегают, голодные, кошки везде. Да, там в Турции, если кто-то знает, там везде домики кошачьи наставлены. Но опять же, кошки безумно голодные, там тоже это все на, как бы, этим всем занимаются волонтеры. То есть, если там домики вдоль всего пляжа стоят, это не значит, что там всегда битком еды, воды, вода, там даже воды иногда нет. То есть мы там много ходили, гуляли, и мы видели, как на такой транспорт, типа велосипеда, но сзади какой-то там, типа багажник, я не разбираюсь. Волонтер ехала, она останавливается у каждого домика, насыпает кошкам, кошки сбегаются. Ну, сбегается штук 15 сразу. Проходит еще там 100 метров, она опять останавливается около домика, еще сбегаются кошки. Вот мы такую картину наблюдали. В отеле, где мы отдыхали, на тот момент родила одна кошка. И слава богу, котят не было. Я познакомилась там с женщиной, которая торгует в отеле. Ну, там у нее магазин какой-то. И она вот забрала кошку с котятами к себе куда-то там в магазин, в отеле же. И сказала, что там... Она не русская, она, по-моему... Забыл ее национальность, но она хорошо говорит на русском и вот торгует в Турции. И она мне сказала, что она... Ну, попытается их спасти как-то там, котят. Вот. И, значит, я ей сказала, что нужно стерилизовать кошку в дальнейшем, потому что там постоянно плодятся. Ну, естественно. То есть Турция такая страна, где к стерилизации относятся даже не то чтобы нейтрально, а негативно. Ну, в силу каких-то там своего ментального там восприятия. Ну, в силу своего менталитета я ни в коем случае не буду осуждать никакие законы, нравы других народов. Просто у них так, как бы у меня в голове иначе. Вот. Ну а потом, помните, как раньше, сколько вот я была маленькая, там 90-е, и мой кот гулял на улице, и был не кастрированный, об этом даже никто и знать не знал. Ну, возможно, кто-то поумнее уже знал. Вот. Ну, извините, они и умирали иногда, как вот мой кот подцепил на улице чумку за 3 дня. Там скончался. Ну, ему было 10 лет, тем не менее, жил, не тужил целых 10 лет. В общем, у каждого свое мнение, не буду осуждать никого, но моя сейчасшняя позиция – это кастрация, естественно, стерилизация животных, и ни в коем случае нельзя им гулять на улице, если они не кастрированы, стерилизованы, да и вообще не стоит, если только это не твой частный дом, твоя территория, потому что там агрессивные люди есть, есть машины, которые сбивают животных, есть собаки, которых постоянно загрызают на наших глазах, даже на наших глазах. Однажды у меня во дворе дома, где мы раньше жили, на первом этаже мы жили, в обычной пятиэтажке в Хрущевке, собака загрызла кошку. У меня муж побежал, а кошка еще оказалась жива, он повез ее в клинику, но там сказали, что у нее уже все, как бы, органы все это, и лучше ее усыпить. А вот, значит, естественно, мы ее усыпили. Так вернемся к этой истории про Турцию. И вот однажды я всегда, когда куда-то еду отдыхать, ну, мы не очень часто так отдыхаем, ну, особенно за границей, но тем не менее, когда едем, я постоянно, как бы, знаете, такая пословица, кто ищет, тот находит. То есть я ищу глазами бездомных животных и в надежде их не найти. Ну, тут однажды я пошла по фойе отеля и вижу, кошка как будто бы кого-то в зубах тащит. Ну, там котов и кошек в отеле полно, они приходят в столовую, когда люди кушают, они просят еду, люди их кормят. И однажды я увидела, как кошка, там одна кошка бежит, кого-то несет. Ну, естественно, я подумала, что это мышка, а потом поняла, как бы почувствовала, что никакая это не мышка. И послала, не помню кого, сына или мужа проверить, кого же несла кошка, потому что сама я трусиха побоялась пойти и узнать правду. Ну, оказалось то, что я верно догадывалась, и, конечно же, кошка тогда несла котенка. Котенку было менее месяца, и он даже не ходил. Кошка притащила его в фойе на кресло. И с тех пор эта неделя отдыха в Турции превратилась в какой-то
сериал по тому, как превратился в DFX, как вот мне нужно что-то сделать с этим котенком, и я не могу его там оставить. Его 4 или 5 братиков и сестренок были затисканы и там задавлены, и, в общем, скончались, как мне там рассказала женщина, которая в этом отеле работала, ну вот, которая там торговала, у которой магазин был. И вот он остался один. То есть кормящая кошка, которую она держала у себя в магазине, это одна история с котятами, а этот котенок с другой кошкой, с его матерью, это другая история. И с тех пор я стала котеночка этого забирать к себе в номер, чтобы он поспал. Чтобы он поспал, он спал у меня под одеялком. Кстати, я постараюсь найти это видео. Мы даже уезжали на экскурсию, приезжали в номер, я переживала, что там он уже проснулся. Ну, конечно же, нет, потому что он очень уставал в фойе отеля. И сами знаете, дети, ну, в принципе, котята, они постоянно спят. Выключите, пожалуйста, воду! Вот. И он постоянно спал, мы приезжали. Ну, однажды мы приехали, он громко мяукал, потому что дети маленькие, как и котята. А котята, как и дети, они кушают, спят, кушают, спят. Но главное, что он был не в фойе, это для меня было самое главное, потому что его там все тискали, все мучили. Он еще даже не ходил, потому что, я еще раз повторяю, было меньше месяца. Вот. То есть он кушал у мамы молочко, у своей мамы молочко. И я стала его носить к себе в номер. Конечно, Дима был недоволен, потому что там я у себя дома постоянно, там спасаю животных здесь тоже. То есть, в частности, мой отдых превратился не в отдых, а в единую мысль о том, что мне делать с этим малышом, как вообще быть. И, конечно же, я как бы только в мечтах я думала, что мне удастся как-то его спасти, потому что, ну, я впервые с этим столкнулась, я не понимала вообще, что вообще, как я там далеко, Нижегородская область, здесь Турция, там Махмутлар, кажется, у нас там район, ну, короче, где-то там Салания недалеко. Вот, конечно, отель кишит кошками, и в столовой, когда мы приходили, мы постоянно там прятали еду, чтобы отнести ко всем кошкам. Когда мы были в номере, к нам один кот постоянно приходил, мы жили на первом этаже, он приходил к нам и громко визжал, прям орал, чтобы мы ему открыли балкон и покормили его. Мы покупали там постоянно сухой корм, кормили его. Потом в конце к нам пришла еще одна беременная, породистая, красивая, похожая на бенгальскую кошка. Мы ее тоже кормили, но она была такая пугливая. В общем, везде одни кошки. И вот этот котенок, которого, знаете, в фойе начинается дискотека какая-нибудь, ну вот, как это, я забыла, как это называется-то, анимация. И этот малыш там бедненький сидит на кресле, полулежа, лежит точнее, полусидя. И его кто-то, ой, маленький, маленький. Ну вот все там не по-русски, а там иностранцы. Ну, все вот такое вот умиляются, понимаете? И там был такой момент, когда я его с ним однажды сидела, и проходила официантка и спрашивает меня, ну, по-английски, где котенок? Я говорю, не знаю. И я что-то ей сказала, типа, я хочу его забрать с собой. А она так напуганно говорит, нет, это его дом, ему здесь хорошо, его здесь все любят. Типа, он малыш. Я такая думаю, да, класс. То есть тискать это признак любви. То есть замечательно вообще. И все, потискали, уехали к себе там в Англию, куда там еще, в Германию, и забыли. Вот. Ну ладно. И, значит, что началось? Мы-то отдыхали, отдыхали, а я сидела еще в интернете, постоянно искала пути решения проблемы. В итоге я вышла на человека, на волонтера в Стамбуле. Стала с ней переписываться в каком-то мессенджере, не помню. Оказалось, что эта девушка постоянно вывозит из Турции животных, собак. В частности, вот в один из дней она мне прислала фото с клетками, с 3 клетками собак. Я была в таком шоке, и они причем большие, и летят они в багажном отделении собаки. То есть она, ну, с какой-то своей командой спасает животных, вывозит их в Россию уже тем, кто готов приютить животное. Вот, ну, то есть очень благородное дело, уважение, восхищение таким людям от меня, конечно, это. Не понимаю, как, сколько нужно сил, денег, времени, ну вот, моральных сил, чтобы это все сделать. И, в общем,
Однажды я вот через нее узнала, что можно все можно сделать, да. И она мне сделала ветеринарный паспорт задним числом, поставила прививки, потому что обязательно должны быть прививки, иначе не выпускают на границе животных. Вот прививки там от бешенства, еще чего-то я не помню. В общем, турецкий паспорт она мне сделала, российский паспорт, курьер и он же ее хороший знакомый, кто помогает животным, привез мне до отеля. Я заплатила ему сумму денег, стала переписываться в мессенджере с авиакомпанией, к которой мы летим, это была Nordwind, узнала у них, как добавить билет на животное. И если бы это был не маленький котенок, а большой какой-то животное, то было бы сложнее. Это был маленький котенок, они мне, менеджер компании, авиакомпании, со мной обо всем в переписке, ну, обо всем не объяснил. Стоила это перевозка, как это дополнительная. Обязательно должна быть переноска условия. И это стоило, знаете, где-то в районе 3500 тысяч рублей. 3500, 3500 рублей, вот так вот где-то 3500 это стоило, я уже на русский, а там все это, конечно, оплачивалось на тот момент в долларах, кажется. Вот, и что значит дальше было? Дальше мы искали переноску, поехали в ветеринарный магазин в какой-то, в Сиде, как раз там по старому городу погуляли, пока наши друзья, они с нами летали, и мой сын кушали или в Макдаке, или в Бургере, я не помню. Мы с мужем нашли в интернете зоомагазин, бегом туда бежать, купили там переноску, как сейчас помню. Ее цена была на рубли 1800. Она такая трепишная, но классная вообще. Не сравнить с нашими вот этими пластиками. Она до сих пор, кстати, у нас. В общем, все. План был построен, документы на руках. Котенок то в фойе, то у нас в номере. И осталась последняя задача. Угадайте, какая? Самое сложное нам необходимо было срочно изъять котенка из отеля, посадить его в машину, в трансфер, который повезет нас до аэропорта в день нашего вылета. Это было самое сложное, потому что мне казалось, что все за мной следят, что все уже поняли и видели, что мы что-то тут как-то вот с этим котенком не так, как все. И он еще мяукал, понимаете? Если, например, сказать «помолчи, я тебя сейчас возьму в карман и вытащу», это один момент. А когда он маленький, ты его же несешь, он же плачет. Вот, это я сейчас попытаюсь найти видео. Это, конечно, была какая-то детективная история. Это было очень сложно, очень. Тем более я себя чувствовала каким-то, знаете, преступником, но я не могла его оставить. Я не знаю, как это объяснить. Я, знаете, я вот помню только тогда мои мысли, если бы он оказался у нас дома уже, вот все, больше ничего не надо, лишь бы он оказался дома, лишь бы он оказался в России. Естественно, я бы его пристроила, и все было бы замечательно. И, значит, в тот момент, когда я его схватила, и мой муж Дима уже был за забором, за отелем, он уже вывез сумки, положил в машину. Я котенка взяла, передала ему через забор. Это был ужас вообще. И когда мы уже сели в трансфер, мужчина сказал no cat, no cat, собственно, даже не no cats, no cat, то есть никакого, да, никакой кошки. Он потом куда-то вышел, знаете, это было так страшно. Он вышел в отель, естественно, и почему-то, когда он вернулся, через 5 минут, они были мучительно долгими, он молчал уже. То есть мы везли в переноске котенка и ехали в аэропорт. В аэропорту была тоже сложная история, потому что мало того, что вначале проверили там вот на... Я не знаю, как это называется, когда вот оформляешь вот уже на посадку. Я забыла, в общем. И они вызвали кого-то еще, ну не кого-то еще, а этот мужчина из службы, ой, какой-то вот связанный с животными, с транспортировкой животных. Они вот вызвали, он что-то долго смотрел в мой паспорт. Я такая думаю, о, там, наверное, видно, что
что-то тут не то. Вот. И в итоге такой полусонный мужчина дал мне эти бумаги, и все. И мы пошли. Потом сложно было его... Потом сказали вытащить его, когда вот металл-детектор, сумки ставишь, чемоданы, они проезжают. Сказали его вытащить. Я так испугалась, его схватил кто-то. И у моего сердца сжалось, а он стал там что-то... Kitchen, kitchen, it's a baby. Ну, типа, это тоже малыш, типа, это тоже ребеночек, это типа не кошка. Я такая, господи, думаю, да положите вы мне его в сумку, отпустите уже. В общем, все, здесь мы, значит, засунули его в сумку. Дальше поехали. Прилетели в Россию. А, нет, самолет, самолет. А, он обязательно. А, заходим мы в самолет. Стюардессы встречают нас с улыбками. Это русские стюардессы и говорят. А, сказали, что вы везете. Это вы везете какого-то там зверя опасного? Я не поняла, я подумала, ну, наверное, они подумали, что какого-то опасного зверя мы везем. А оказывается, что они пошутили, как бы, вроде бы. И, в общем, там было две стюардессы, и нам сказали переноску поставить в ноги, то есть у меня не было места перед ногами, и понимаете, что такое самолет. Если кто-то летал, я думаю, что практически все летали. Это ужасно тяжело перенести не то, чтобы человеку, то есть вот эти вот перепады, и уши закладывает, и головная боль, и все на свете. А уж, извините, животному, я думаю, это тяжелее. Я не знаю, как у них там организм устроен, но мне кажется, это тяжелее. А потом это маленький котенок, понимаете, он постоянно там был, ну, как-то вот так вот, статично в таком состоянии, и сейчас непонятно что, гул этот самолета. И мы тайком с Димой доставали его, и в аэропорту доставали, кормили шприца, и тайком доставали его из переноски, когда стюардесса уходила, и мы видели ее со спины, мы быстрее доставали, сували ему шприц с молочком, и, в общем, поили, вот, и засовывали назад, и люди кругом смотрели, кто-то там, ну, с каким-то таким удивлением. Прилетели в Россию, тоже было не просто на какой-то вот этой проверке, когда мы уже выходили, как же это, зеленый коридор это называется. Мы выходили, и там нас остановили, сказали, что у вас сумки. Я говорю, ну, котенок. Они спросили, а он где, на него что-то декларация какая-то, за сколько вы его купили? То есть они подумали, что я купила какое-то животное, видимо, какое-то супер экзотическое или какое-то там супер породистое, и из Турции вот его везу. Я говорю, я так, знаете, так... помню, обиженно и с досадой сказала, мы его не купили, мы его бесплатно взяли. И что-то там тоже какая-то заминочка произошла, и каждая эта заминочка была мне, знаете, ну, так страшна, потому что я думала, и вот представляете, в тот момент, когда открылись двери, и мы вышли, и я увидела улицу, увидела аэропорт, уже Нижний Новгород, и мы уже свободны. И сейчас поедем на парковку, на стоянку, точнее, где мы оставили свою машину. И мы сели в этот автобус, поехали в свою машину, сели в машину. Была, кажется, или ночь, или раннее утро, было очень темно, холодно в России. Это было начало апреля. И мы ехали в машине, сзади мой ребенок Филипп спал. Котенка я выпустила, он спал у него на шее уже. Он уже чуть-чуть, кстати, научился ходить. Вот. За эти дни, пока мы с ним вот познакомились. И я смотрю, и все. И я так рада. И я поняла, что мы это сделали, что это похоже на какое-то, для меня, похоже на какое-то чудо. Я так благодарила Бога, судьбу, что у нас все получилось, что мы смогли это все сделать. И... вот он сейчас 7,5 килограмм, и его зовут Марсик, Марсель, Марсюша, и мы его очень любим. И он совсем не такой, как все кошки. Он, в общем, он не русский. Он не русский, он нас тоже очень любит, и он очень интересный, у него грустные глазки всегда, и... вот такие глазки у него, да. Вот наш Марсик маленький, которого мы привезли. Да, Марсюш? Марсик. Марсик. Марсик.
такой монстр у нас. Конечно же, отдать мы его не смогли. Вот. Кстати, вся эта история спасения котенка, я помню, обошлась нам где-то чуть менее 9000 рублей. Все вместе вышло в рублях. Сюда же я включила и переноску, и билет, и паспорт. И все на свете. Да, Марсюшечка моя. Марсюшенька. Денис, это ненормально. Это ненормально. Блин, я комнату изнутри на ключ закрывал. Короче, мы уже... Иди в автобус, я сейчас все сама принесу. 3 минуты. Вот нашла эти все видео, конечно же, они у меня сохранились, это он уже у нас дома. Прям вот, ну, как-то вот, знаете, неделю спустя, но не больше. Вот уже освоился, всегда спал с нами. Вот так вот все у нас случилось интересно. А это уже он чуть-чуть побольше. Тоже играет такой, ну, хулиган вечно озорник был. Вот эта собака из Икеи воспитывала всех наших кошек. Зовут его Марли. Я сейчас Филиппу сказала.